С начала этого года на территории Нефтеюганского района силами МЧС России было потушено 190 пожаров. 11 человек получили травмы, 18 были спасены, 8 погибли. В период отопительного сезона – время особой опасности. Так, 1 ноября произошел пожар в дачном доме, причиной которого стала ошибка в эксплуатации печного оборудования. В начале зимнего периода опасность для жизни представляет тонкий лед на водоемах. В 2023 году сотрудники МЧС зафиксировали 7 происшествий на льду, 5 человек погибли. МЧС России напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах. Помните, ваша безопасность зависит от вас. Берегите себя и своих близких.